Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители моего канала. Этим видео я открываю серию книжек для детей на китайском языке с переводом на русский. В нем вы также найдете субтитры на китайском, иероглифами и транскрипцию, и русском языках. Эти книги пригодятся как детям, так и взрослым, начинающим изучать китайский язык. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Приятного просмотра и удачи в изучении китайского языка. Хауманда Джиджу. Занятой паук. Ида Циньцзяо Джиджу Тоджо Иген Си Си Лян Лян До Сиен Вэй Хуэн Чуэй Я Чуэй Го Ла Юан Е Зуэй Хоу Та Цай Нун Чан Пан До Ли Ба Шан Тин Лё Ся Ла. Рано утром паук волочил тонкую яркую нить, и ветер подхватил его и понес по полю. Наконец он зацепился за забор возле фермы. Ран хоу кай ши юнг та на гон лян лян до сен джи ти ван лай ла. Затем он начал плести паутину своей яркой нитью. Нэй, нэй, мая шо, яо бу яо чу доу до фун я. Иго-го, иго-го, сказала лошадь, ты хочешь покататься? Джи-джу мэй йо хуэй да. Таджен Манджу Дживанна. Паук не ответил. Он был занят плетением паутины. Му, му, муньоу шо. Я бу яо чу чи ден цао я. Му, му, сказала корова. Не хочешь сесть траву? Джиджу мэй йо хуэй да. Таджен Манджу Дживанна. Паук не ответил. Он был занят плетением паутины. Ба, ба, мен ян чин цин де вен, яо бу яо чу цао юэн шан пао и пао я. Бе, бе, тихо спросила овца, хочешь пробежаться по лугам? Чжи чжу мэй йо хуэй да, та джен ман чжу чжи ван на. Паук не ответил, он был занят плетением паутины. Ма, ма, шан ян шуо. Я бу яо чу ян ши шан тяо и тяо я. Ме, ме, сказал козел. Хочешь прыгнуть на скалу? Чжи чжу мэй йо хуэй да. Та джен ман чжу чжи ван на. Паук не ответил. Он был занят плетением паутины. Оинк, оинк. Джу ху лу лу до шуо. Я бу яо чу ни тан ли да гуан я. Хрю, хрю. Фыркнула свинья и спросила, не хочешь поваляться в грязи? Чжи-чжу мэй йо хуэй да, та джен ман чжу чжи ван на. Паук не ответил, он был занят плетением паутины. Вух, вух! Го ар да шэн дэ цзяо, яо бу яо чу джэй цяо мау ван я. Гав, гав! Закричала собака, хочешь погоняться за котенком? Чжи-чжу мэй йо хуэй да, та джен ман чжу чжи ван на. Паук не ответил, он был занят плетением паутины. Мяу, мяу, мау эр шуо, я бу яо чу да го суэй я. Мяу, мяу, сказал кот, хочешь пойти побаловаться? Чжи-чжу мэй йо хуэй да, та джен ман чжу чжи ван на. Паук не ответил, он был занят плетением паутины. Квак, квак, я задашен да дзен, я бу яо чу йо йон я. Кря, кря, громко спросила утка, хочешь поплавать? Джи джу мэй йо хуэй да, та джон ю джи хао ван ла. Паук не ответил, и он наконец сплел паутину. Кока дудул ду, гон зи ти дзяо джи шуо, я бу яо лай. Джуа джо джи коу до цанин я. Кукареку, громко пропел петух. Хочешь поймать эту надоедливую муху? Джи джу цай та ван шан, джуа джу ла на джи цан ин. Цю ши джо ян. Паук поймал муху в своей паутине. Вот и все. У-у-у, мау туин вэн. Шишвей джан чила джима пяо лян дуан а. Джи джу мэй йо хуэй да,
Таидин Ченчен де Шуэй, Гонбао Дже Джен Ши, Хэйчан Фэйчан Манлу Доитен. Ух, ух, спросила сова, кто соткал такую красивую паутину? Паук не ответил, так как он уже спал. Он выбился из сил, так как у него был очень и очень тяжелый день. Годзи Тонхуа Да Ши, Йон Сон Сян Као Чу Чуан И, Шэн Си Да Джи Джу Ван Си Ти Лай, Мо Да Да О. Международный детский художник использовал объемную краску, чтобы испечь творческую и волшебную паутину, и вы можете это почувствовать.